Вооруженные силы Украины сокращают свои ранги. Почему и чем это грозит? Тяжелый путь крымских татар – история пары, бежавшей из Крыма в Киев. Запутанная история продажи одесского стадиона «Черноморец». Почему в Украине так мало иностранных инвестиций? 15 лет после оранжевой революции. Где сейчас, дорогие друзья, президента Виктора Ющенко? Трудности COVID-19 для малого бизнеса Львова. Удастся ли людям вернуться к полноценной работе? Об этих и других темах нового номера англоязычного еженедельника смотрите в «Киев-пост-ревью». Тема с нашей обложки расскажет о гонениях крымских татар и нарушениях прав человека. Мы сфокусировались на истории главных героев – молодой пары из Ялты, которая познакомилась в Киеве, куда сбежала от российской оккупации. Их родители все еще в Крыму. Это очень показательная история. Родители, когда их дочь родилась, посадили гранатовые деревья, которые начали плодоносить после того, как она уже покинула Крым. Посылки с гранатами передают в Киев. Влюбленная пара мечтает о том, чтобы вернуться в Крым, когда закончится российская оккупация. У нас была очень насыщенная новостями неделя. Была трагическая новость. Погиб трагический сын крымско-татарского политзаключенного в Крыму. Пока непонятно как, но есть обвинение, что, может быть, это не было полностью естественной смертью. Еще в Беларуси очень громкая новость о том, как задержали группу боевиков в приватной военной компании «Вагнер», ну, знаменитая организация, которая воюет, например, в Африке и в Ливии, российская, конечно, организация. Пока не полностью понятно, почему они были в Беларуси. Есть намек, конечно, о том, что они хотели вмешаться в предвыборные процессы там, но лично я не убежден, что это так. Надо ждать больше информации. Сразу же после аннексии тысячи крымско-татарских семей бежали из Крыма, опасаясь или избегая преследования. Спустя 6 лет многие чувствуют себя гостями в своих новых домах. Этот материал – это вторая часть нашего проекта про Крым. Он называется «Losing Our Land», что в переводе значит «теряем свою территорию», «теряем свою землю». Первая часть вышла в марте, она была приурочена к 6-й годовщине трагических событий, аннексии, оккупации Крыма. Вторая часть отложилась немножко в связи с карантином, поэтому мы выпускаем ее сейчас. Первая часть у нас была о том, мы рассказывали о том, как Россия замещает население в Крыму, то есть создает условия для того, чтобы украинцы выезжали и при этом делает все для того, чтобы россияне приезжали в Крым, переезжали на постоянной основе проживать туда. В этом выпуске вы узнаете историю Арзы Бекировой и ее мужа Дамира Минадирова. Они среди тысяч крымских татар, покинувших полуостров после его аннексии. Сейчас Бекирова работает врачом общей практики в больнице под Киевом, а Минадиров – юристом в некоммерческом правозащитном движении Крыма. Наш сегодняшний материал, он рассказывает историю исключительно гонений крымских татар, о том, как Россия преследует крымских татар в Крыму, каким образом проводятся все обыски ФСБ. Мы рассказываем это на примере истории одного крымского татарина, которого зовут Дамир Минадиров. Он родился в Ялте и жил и работал там. Во время аннексии, оккупации и после нее он был волонтером в полевой миссии по защите прав человека. Туда входили крымские татары, которые пытались помогать своим соотечественникам, членам коммуны избегать преследований ФСБ и российской власти. И вот, по сути, за его работу в составе этой миссии полевой начались преследования и против него. В итоге его задержали вместе, и те люди, которых задержали в тот же день, когда и Дамира Минадирова, они в итоге получили приговор суда в Ростове, и их приговорили к заключению до 19 лет в
тюрьмы за терроризм. И вы знаете этих людей, это так называемое дело ялтинской группы Хизбут-Тахрир. Вот Дамиру удалось избежать этого наказания, потому что он уехал, как только после допроса, он уехал сразу же на территорию материковой Украины и остался здесь. Вот мы рассказываем его историю. Также у нас есть история о стадионе «Черноморец», который продали компании All Rise Capital, инвестору из Соединенных Штатов Америки. Похоже, что они очень близки к тому, чтобы взять стадион под свой контроль, но Леонид Климов, бывший член парламента, все еще контролирует его. Мы разбираемся в этой ситуации. All Rise Capital 21 июля закрыл знаменательную сделку по покупке одесского футбольного стадиона «Черноморец». Американской компании он стоил почти 7,5 миллионов долларов. Однако осталось еще множество юридических вопросов. Кроме того, сам объект, этот стадион, который был залоговым имуществом до продажи, он довольно проблемный и очень показательный, потому что много таких больших проблемных объектов, которые теоретически должны быть очень интересны для инвесторов в Украине, в том числе для иностранных, но де-факто из-за того, какая проблемная история у объекта и с какими вещами, с каким противодействием, в том числе бывших собственников, может столкнуться инвестор, на деле это служит фактором, который часто отталкивает инвесторов от Украины. Еще одна тема нового номера касается пандемии коронавируса и ее экономических последствий. Этот кризис стал настоящей катастрофой для сектора продуктов питания, который был вынужден закрыться на 2 месяца из-за строгого локдауна. Хотя большинство ограничений к настоящему времени сняли, число случаев заражения в Украине продолжает расти. Нас все еще держит в напряжении очень сильно ситуация с коронавирусом, потому что на этой неделе в Киеве продолжается рост количества заболевших. У нас последние 2 дня было вообще по всей Украине было больше 1000 случаев выявлено каждый день. Это показывает, что у нас мы так и не вошли в какое-то падение количества случаев и в какое-то плато, в какую-то стабилизацию. У нас по-прежнему растет все время количество активных случаев заболевания. И особенно ситуация плохая в Киеве, потому что в Киеве сейчас больше 5000 активных случаев. Для сравнения, в Одесской области, если не ошибаюсь, меньше 2000. В сегодняшнем выпуске будет очень интересная статья о том, как разные бизнесы в городе Львов справляются с коронавирусным карантином. То есть было почти полное закрытие всех бизнесов, магазинов, за исключением продуктовых и аптек. И это было очень сложно для местных ферм, особенно для малых и средних фирм. На сегодняшний день уже сняли почти все ограничения, но все равно сложно этим бизнесам вернуться к прежней работе. Им пришлось, например, отправить домой своих сотрудников, теперь они постепенно нанимают их обратно, то есть берут их обратно на работу. Они понимают, что хотя да, теперь зарабатывают деньги снова, и в принципе есть надежда на том, что не будет так сложно, все равно они не ожидают возвращения, скажем, полной нормализации бизнеса до следующего года. То есть это, по-моему, очень важная история, хотя это только о городе Львов. На самом деле эта ситуация есть почти в каждом украинском городе. Это очень сильно повлияет на экономику страны, и поэтому стоит на эту ситуацию обратить внимание. Согласно данным платформы OpenDataBot, 56% украинских предприятий по производству продуктов питания и напитков закрылись в первые 2 месяца карантина. К июлю 88% кафе и ресторанов вновь открыли. Сначала работали только на открытом воздухе, а потом и в помещениях. Сейчас учреждения, которые выжили после блокировки, должны найти баланс между безопасностью сотрудников и клиентов и финансовой борьбой за то, чтобы оставаться на плаву. Кроме того, в этом номере у нас будет колонка от нашего колумниста Сергея Лещенко,
который, конечно, уникальный летописец украинской политики, потому что занимается ею или пишет о ней уже больше 20 лет. Сергей Лещенко рассказывает о судьбах влиятельных и жадных лидеров оранжевой революции 2004 года. Он пишет о том, что случилось с Давидом Жвани, Юлией Тимошенко, Николаем Мартыненко, обо всех людях, которых раньше считали героями демократической революции, но которые таковыми более не являются. Еще одна тема посвящена будущему водородной энергетики в Украине. Зависимость нашей страны от природного газа стала проблемой в последние десятилетия. Что делает водород интересным вариантом как для сохранения окружающей среды, так и для диверсификации некоторого риска. Однако необходима политическая воля и большие инвестиции, чтобы полностью отказаться от природного газа. Еще мы смотрим на ситуацию с планом сократить ранги армии, потому что много тревоги прямо сейчас возникло среди людей, которые не знают, какие ранги будут и останутся ли они в вооруженных силах или нет. Согласно последним данным, опубликованным Минобороны, в вооруженных силах Украины в настоящее время насчитывается около 246 тысяч действующих военнослужащих. В том числе 52 тысячи гражданских служащих в подразделениях по всей стране. Последний скандал разгорелся из-за решения высшего военного командования оптимизировать ряды и ликвидировать десятки тысяч кадровых позиций почти во всех сферах службы. Мы в нашем разделе «Лайфстайл» пишем о том, куда в Украине можно сходить в поход. По-моему, совершенно идеальный вариант досуга для текущей ситуации, когда хочется дистанцироваться от других людей и почувствовать себя максимально в безопасности и уединенно, то поход на природу, по-моему, если кто-то когда-то откладывал свой первый поход на долгое время, этот год, наверное, лучше для того, чтобы это наконец-то сделать. И у нас материал о том, о маршрутах, о интересных местах в Украине, в которые можно сходить в поход с палаткой и посмотреть. Также у нас есть история о возобновлении работы маленького инди-кинотеатра. Из-за социального дистанцирования и ограничения количества людей, которые могут находиться в одном месте, у маленьких кинотеатров есть больше шансов выжить в период пандемии коронавируса. А уже на следующей неделе в выпуске читайте о подготовке к предстоящему Дню независимости Украины. У нас будет общая специальная тема номера «Украина-Швеция», в рамках которой мы исследуем взаимоотношения со Швецией, северной страной, являющейся большим донором и поддержкой для Украины. Самые свежие новости, эксклюзивные статьи о бизнесе, политической, социальной и культурной жизни читайте в новом печатном выпуске украинского англоязычного еженедельника, а также непосредственно на сайте «Киев-Пост». Подписывайтесь, чтобы поддержать независимую журналистику в Украине. Kyiv Post. Listen to Ukraine's Global Voice.